В фестивале «Зимородок» примут участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Им предстоит побороться за победу в нескольких номинациях: лучшая авторская песня, поэтическое произведение, сольное пение, исполнение дуэтом, а также лучшее коллективное исполнение. Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри, в состав которого войдут представители клуба самодеятельной песни «Поиск», а также гости фестиваля и руководители делегаций из городов России. Главное жюри тоже практически неизменно. У нас есть очень хорошие друзья, которые к нам ездят много лет. И именно потому, что фестиваль организовываем мы, саровчане, и будут еще и наши. В 31-м молодежном фестивале примут участие более 300 человек из разных уголков России – Сыктывкара, Москвы, Санкт-Петербурга и других. Всех любителей авторской самодеятельной песни ждут творческие площадки, мастер-классы от победителей фестиваля прошлых лет, а также концертные программы. Мы придумали практически идеальный фестиваль. Очень хотелось бы изменения внести, но уже вот настолько все вроде как хорошо. У нас очень слаженная команда уже много лет. Существует, каждый знает свои обязанности, и в принципе сейчас это не так тяжело именно с точки зрения организации сбора людей, да, но иногда возникают сложности именно вот в административной части. Фестиваль «Зимородок» стартует 31 января на базе отдыха «Гайдар». Ознакомиться с расписанием концертной программы можно на сайте клуба самодеятельной песни «Поиск» или на сайте Департамента по делам молодежи и спорта. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.